общем, какая-то смена тональности, скорее всего, эта смена тональности заключается в каких-то сервисных сигналах. Надо узнавать у производителя, в общем. Потому что на родном джойстике новой коляски такие сигналы не издаются. Издает тот джойстик, который был в ремонте и который неадекватно показывает остаток батареи. Ну вот, в принципе, как бы схемы нет, но нужно у китайцев узнать, что конкретно означают эти сигналы, смена тональности. Тормоз правый, вот, поменяли джойстик на новый, здесь все закрепил, аккумуляторы были заменены, подтянул здесь, на этом узле, ну и эту сторону, поменял подшипники, все, что было испорчено, лежит вот здесь вот. Подшипники старые, гайки, которые уже не нужны были, поменены на новые. Проверил, проехал 2 километра на ней, и после 2 километров у нас ушла только одна точка. Сейчас полностью зарядили, накачали колеса и подготовили к отправке. Ничего не дребезжит, ничего не шатается. Здесь минимальный ход, здесь все работает, здесь все подтянуто и здесь все подтянуто. Тормоз держит, левый здесь был нормальный, точно так же держит. Моторы не греются. Зарядка лежит здесь. Зарядка, документация, которая в прошлый раз я давал по обслуживанию коляски, по обслуживанию аккумуляторов, которые, естественно, никто не читал и ничего не делал.